И к другим новостям. Сегодня около 2 часов дня произошло нападение на частное медицинское учреждение «Золотое сердце». Женщина средних лет пришла с топором. Разбила 7 стекол во входной группе здания и окно. Никто из сотрудников и пациентов не пострадал. Охранник вызвал полицию, после чего злоумышленница скрылась. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия через 5 минут после вызова, но задержать ее удалось только около 6 вечера в районе улицы Майской. Был неприемный час для посещения родственников больных, то есть у нас посещение с 14 часов, с 17, то есть было 2 часа, то есть ни звонков в двери, ни никаких других, то есть услышали только бой стекла. Скорее всего, будет усилена охрана, то есть возможно будет еще один пост.